гостинке. У меня просто есть этот прошедший, прекрасная квартира, там столярка поменена. Да, косметический ремонт. Но там этаж пятый, но крыша не течет. Угу. Ну, конечно, мы с вами завтра можем поехать вместе, да? Да, да. Извините, да. Хорошо, хорошо. Я тогда записываю вот этот ваш телефон и подскажу, в какое время я тогда буду в том районе. Хорошо, все. Все, до свидания. Спасибо, спасибо, да. Угу. До свидания. Кристина, а ты где была? Ты опять пила? Господи, что на тебя надето? Какой, господи, мама, я обнажу. Так, Кристина, сядь! Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Тебя что, выгнали из института? За что? Давно. Давно! Почему не сказала? Почему ты мне не сказала? Я на той неделе. Я на той неделе за прошлый семестр, за последний день. Последний. Почему ты мне не сказала? Я же твоя мама. Ты же не можешь все рассказать. Я же на тебя всю жизнь гожу, Кристина. Ты беременна? Привет. Господи. Как стало быть легко? Да. Это все ужасно. Как жизнь, когда приходит весна, каждый щель, каждый камень наполняется светом, становится желтым и пульсирует. Стояла такая зима, когда даже душа не смеет. Мне было 3 года. И вот однажды утром, когда все кончилось, масло, хлеб, кастрюли, терпение. Мама меня взяла за руку, нож еды. Там были выжили все кнопки. И я тогда поняла, что это все. Что больше ничего не будет. Что все эти миллионы лет эволюции. Я смотрела на деревья. Ноги были свалены на мерзлую землю, словно человеческие трупы. Будто они еще куда-то бежали, росли, на что-то надеялись, но... Катастрофа случилась так скоро, так внезапно. Да они сами не поняли, как это.
Смерть ложила их на асфальт. Я схватила мамину руку, почувствовала, она тоже знает, что это наш последний день, что наступил конец. Конец всего. Шестерно временно мы видели ее. Мертвую ворону. И мы признали еще немного, она исчезнет, растворится в белом камне времени. Она была такая тощая, что, глядя на нее, мы думали, от чего она умерла впервые? От голода, холода или, может быть, от инфаркта? На всей земле. На всей земле никого больше не было. Только я, мама и мертвая ворона. Так было хорошо. Правильно. Очень-очень правильно. Yeah.